ефірі новини Вітебської області. У студії Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Малий бізнес на перший план. На Вітебщині стартував конкурс інвестиційних проєктів малого предпримальництва. Заявки на уділ приймаються до 31 соковіка. Трапив у пастку. У одним з дитячих садков Вітебська рятівники достали з вентиляційної шахти молодого чоловіка. Хлопець провів там амаль сутки. Перший старт у новой спортивной зале. Першинство в области по тяжкой атлетике собрало у Витебску около 150 юных атлетов с 6 городов и райцентров в области. У Витебской области стартовал конкурс инвестиционных проектов малого предпринимательства, узнагородою яким станет державная поддержка. Претендовать на ее могут инвестиционные проекты, которые накированы на створение или поширение вытворчести, выпуск экспорта ориентованных и импорта замещальных товаров, укоренение новых технологий. Финансоваться конкурс будет за кошт сродков областного бюджета. Его организацией и проведением занимается Комитет экономики облвыканкама. Заявки предпринимательников на удел конкурсы принимаются до 31 соковика. Работа по тлумачению нормов декрета номер 3 об попередженні социального утриманства протягивается у Витебской области. 11 соковика с 9 до 12 годин особистый прием громадян проведе наместник старшини гарвыканкама Зинаида Королева. Старшиня городской комиссии по разгляде заяв об предоставлении податковых льгот и державной поддержки. Прием отбудется у Витебском гарвыканкаме по адресу улица Ленина, 32, кабинет 209. Алкогольную краму дома организовал нигде не працующий 45-годовый жихар Витебска. У его двухпокоевой квартиры оперативники выявили 1885 литров спиртозмещальной ваткости. А кроме этого, на импровизованных прилавках размещались 116 бутылек российской горелки у ассортименте, а так само 16 тысяч пачков цигарет белорусской вытворчести. Акцизными марками Республики Беларусь товар маркированный не был. При осмотре данной квартиры буквально все комнаты полностью, плюс балкон, был занят 20-литровыми, 5-литровыми канистрами, где содержалась предположительно спиртосодержащая жидкость. Поясняю, что спиртосодержащую жидкость он привез из Российской Федерации. Вот. По нашей информации, данный гражданин занимался длительное время реализацией. Соответственно, и проводились изначально все мероприятия, направленные на его изобличение. У дочинении до уладальника нелегального алкогольного склада составлены административный протокол. Материалы передадены в податковые органы. До інших тем. Милиция шукает троих витебских подлетков, юнаков 18 и 16 годов и девчинку 15 годов. Яны пошли в школу 7 соковика и домов до этого часу не вернулись. Усе дети со шматдетной семьи Дивиных. Батьки одразу же заявили у Кастрычницкий раус об зникнении сынов и дочки. Наш корреспондент Инна Кириенкова накировалася у 44-ю школу, где учились дети, и поспробовала доведаться, что могло стать причиной здарения. Для наставников и одноклассников зникнение Руслана, Тимура и Кати стало сапраўдным шоком. Зранку 7 соковика их бачили у школе. Сябровки нават поспели сустреться и поговорить. Я одноклассница Дивиных Тимура и Кати. Я с Катей очень дружу. Она всегда веселая, добрая. 7 числа мы с ней встретились в школе, поздоровались, начали разговаривать. Она была по настроению, как и обычная. Ну, ничего такого я не заметила. Тимур и Катя учились в одном классе, с ними подтримливали добрые сябровские отношения. Таки же был их старейший брат Руслан. У эту школу он пришел на 2 года позднее, у 2014-м. Одноклассники его ведают как доброго и надежного сябра. Старался учиться, никаких свавольств за им не назиралось, как и с боку его молодших братов и сестр. Мы с Русланом общаемся довольно так неплохо, учимся в одном классе. Но он больше был скрытным человеком, но, однако, общался вместе с нами, старался выделиться как-то. В основном на уроках он старался отвечать, даже если у него не получалось, он находил множество способов, чтобы общаться, поддерживать общение. Дивины были вельми дружные помеж собой, заўсёды трымались разом, на пирамидах гуляли у настольный теннис. Буквально 2 недели назад они выиграли районные соревнования за школу, а после этого стали вторыми в городе. То есть абсолютно нормально все было. Буквально в субботу, в прошлую, в школе было большое мероприятие, на котором они присутствовали. Их все видели абсолютно счастливыми, нормальными, ничего
как говорится, точно ничто не предвещало беды. Дети были всегда заняты делом, это однозначно. То есть не было такого пропусков занятий, так вот, чтобы не санкционировано где-то что-то, ну, абсолютно. Я не могу ничего сказать, кроме того, что вот, ну, открытый такой, открытый, абсолютно прозрачный такой вот ребенок и с семьей у меня. Дело в том, что второй год вот он у меня с 10 класса, как бы так, неожиданность полнейшая, полнейшая. Мы, конечно, сказать, что в шоке, это ничего не сказать. Вядома, што з сабой падлеткі ўзялі грошы і пашпарты. Мабільныя тэлефоны пакінулі дома. У той жа дзень 7 сакавіка бацькі забілі трывогу і звярнуліся ў міліцыю. Праваахоўнікі распачалі пошукавыя мерапрыемствы. На поиски ориентирована милиция не только Витебской области, а всей республики, а также коллег из приграничных регионов Российской Федерации. Отработаны на данный момент контакты из их телефонных книг, кассы железнодорожного и автовокзалов. Уточнена иная информация, которая, ну, предоставляет, как бы, определенный интерес для правоохранительных органов. Усе ориентировки на пропавших детей отримали супрацовники патрульной службы, які ажыццяўляюць ахову грамадскага парадку на территории в области. Пошуки подлетка працягваюцца. Інна Кіріенкова, Кирил Кайзберг, новини Вітебск. Трапіў у пастку. У адным з дзіцячых садкоў Вітебска ратаўнікі дасталі з вентыляцыйнай шахты маладога чалавека. Хлопец правёў там амаль суткі пасля святкавання 8 сакавіка. Навошта і як ён туды трапіў, ведае Юлія Устінова. Ну вот эта лестница, по которой предположительно он забрался на крышу, как, каким образом он это сделал, для нас, конечно же, загадка. У вечера 9 сакавіка падчас обходу жанчына-вартаўнік дзіцячага сада пачула галасы. Гук был приглушены, мужчынский ці жаночы голос не зразумела, але просили допомоги. Сторож обнаружила, сторож, конечно, не сразу могла поверить, то, что это может происходить в здании. Она думала, что может быть на улице. Она вызвала милицию, хотя она не была уверена, она предупредила, что, возможно, вызов будет ложный. То есть она тоже не могла поверить собственным ушам. Но казалось, все сделала правильно. Дежурный районного отдела внутренних справ накировал у дитячий сад бригаду ратовников. Прибывшие к месту вызова работники МЧС начали проводить разведку по поиску пострадавшего, который подавал звуки. Предположили, что он якобы находится в вентиляционной шахте. Они поднялись на кровлю здания и действительно в шахте размером 40 на 40 сантиметров они обнаружили молодого человека. Поднять его наверх не предполагалось возможности, поэтому было принято решение вскрыть шахту на первом этаже здания. В 20:35 работникам МЧС с помощью специального оборудования произведено было вскрытие шахты и извлечен пострадавший молодой человек 96-го года рождения. Он находился в сознании и был передан работникам скорой медицинской помощи. Усю ночь и день семья шукала 20-годового хлопца, який после святочной вечеры с сябрами у кафе не вернулся до дому. Тяжко поверить, але у этой трубе помером усяго 40 на 40 сантиметров молодый человек провел амаль сутки. Неверогодно, але у этих умовах ему удалось неяк дотелефоноваться до близких. Где я не ведаю, бачу только небо. На этом совесть оборвалась. Что довелось пережить у этой сутки родным аматора экстремальных вандровок, застается только сдогадываться. Як и про то, что провело его у вентиляционную шахту дитячего садка. Зараз молодым человеком все у парадку, после огляду медики отпустили его до дому. У шпитализации не было потребы. Головный боль застался у супрацовника у дитячего садка, яким теперь требовала та дирку у стяне. Юлия Устинова, Сергей Котов, новини Витебск. Колькі слов об спорте. Першее официальное спаборництво у новой спортивной зале. У Витебску стартовало першинство в области по тяжкой атлетице. Символично, что на помосте выступают самые юные аматоры железных гульня, выхованцы спортивных дитячо-юнацких школ во возрасте до 15 годов. Як зараз тренируются и спаборничают атлеты на лепшей специализованной арене в республике, у материале Сергея Мисурагина. З подвалу у старых помешканняў у шыкоўную спартыўную залу, прыстасаваную як для трэніровак, так і правядзення спаборніцтваў. Вось так коротко можна характарызаваць новы віток развіцця цяжкай атлетыкі ў абласным цэнтры. Летась у Вітебску пасля рэканструкцыі ўвялі ў строй спецыялізаваную арэну. На ўрачыстым адкрыцці губернатара вобласці Мікалай Шарснёў адзначыў, што такім чынам аднавілі гістарычную справядлівасць. Мясцовыя цяжкаатлеты заваявалі не адзін дзясятак медалёў на буйных міжнародных спаборніцтвах і маюць патрэбу у достойных умовах для занятку. Эту планку спортсмены Витебской области высоко трымают и зараз. Провели уже республику. Наши девочки стали первые, а место заняли в кубке.
и до 23 лет тоже первое место. Ребята заняли там и там третье место. Я тоже считаю, что мы внесли вклад, и в конце марта наши ученики, которые попали в сборную, будут выступать на Европе. Сёлетнее першинство собрало около 150 юных атлетов 6 городов и райцентров в области. У першиню турниры приняла удел команда с Докша, где только год тому открылась группа по занятках тяжкой атлетикой. А вот спортсмены з Орши этот старт проигноровали, и у причинах их забастовки еще придется разбираться. А кто своего шанса не губляет, так это лепельчане Глеб и Злата Карабань. Брат и сестра зараз тренируются у Витебску и поспехово выступают на республиканских стартах. Зал очень хороший. Здесь очень много возможностей, современное покрытие, хорошие помосты, новые штанги, хорошая тренажерка. Открылось второе дыхание, хочется заниматься и готовиться к чемпионату Европы. Мы выступали на республиканских соревнованиях разных уровней, турниры разные, там в основном призовые места были. На республике первые в Бобруйске были сделаны место. Ну, лучше пока что на данный момент результат 52 рубки и 70 толчки. Першинство в области по тяжкой атлетике ладилось на протягу 2 дней. Призеры и переможцы спаборництва вызначены у нескольких возрастовых категориях. Сергей Мисурагин, Олег Чарняк, Новини Витебск. Протягиваем выпуск. Сапраўдный музей у звычайной кватеры. Амаль 1000 разностайных звоночков собрала жыхарка Верхнядзвінска. У хатней экспозиции стародавние и сучасные звоночки из разных краин свету. Коллекция протягивая пополняться, а все экспонаты дозволяется потрымать в руках. По яе коллекции можно вывучать географию, упэўнена Людмила Гагалинская. Египет, Мальта, Португалия, Филиппины. У экспозиции звоночки больше, чем с 30 краин свету. Например, вот гэтай дамы у Верхнядзвінск приехали с Таиланда. Побач вытанчаныя фигурки из Италии. Коллекционер докладно памятая про кожный предмет. Керамичные, шкляные и нават драўляные. У кожного экспоната свое адмысловое гучанне. А вот гэты бронзовый звоночек, дарэчы, один из самых великих у хатней экспозиции, мае свой неповторный звонкий голос. Звук, как церковного колокола. Цікавіцца коллекционер и история своих экспонатов. У культуры разных народов звоночки сдавна мели свое значение, нават магичные функции. Ритуальные бразготки трапили у коллекцию Людмилы Гагалинской из Индии. Лічыцца, что яны выконывают функцию абярэга. Колокольчики в многих странах еще в 11 веках до нашей эры они всюду применялись. В Индии по сегодняшний день они применяются в обрядах. Великая частка экспонату – хендмейд. Некоторые из них коллекционер набыла праз интернет-аукционы. Экспозицию так само допомагают збирать сваякі і сябры. Ведают, что лепший подарунок для жанчыны – новый звоночек для мини-музея. И когда мне, конечно, новый колокольчик в коллекцию, я безмерно счастлива. Поднимается настроение. Положительных эмоций хватает на неделю, но потом надо второй. С подорожью у Людмилы обовязково привозить не магнитик, а звоночек. Такий сувенир не только нагадывает про яскравые моменты турне, а и согревая сердце своей милогучностью. Юлия Устинова, Марина Романовская, Александр Петровецкий, Новини, Верхнядзвінск. Новые температурные рекорды установлены у Витебску 9 соковика. Побитые максимумы среднесуточной и дённой температур. Их новые значения 7,2 градуса и 11,5 градусов тепла отповедно. Попередние рекорды были зафиксованы в 2015 году. Что ж тычется 10 соковика, то самым теплым в этот день был у 2014. Слупки термометров узнялись тады до 14,2 градусов. Холоднее за все было у 1940-м минус 6,5. Синоптики прогнозуют, что в ближайшие дни вясновый характер надворья захаваецца. Ночью по области будет от 2 градусов мороза до 3 тепла. Днем паветра прогреется до плюс 8. Галоўныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навіны, таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. На этом наш выпуск завершен. Я развитываюся. Далее для вас поведомление синоптиков, а партнер доброго надворья – газета «Витебчы». Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью. И мне нравится, что любимая газета «Витебчы» всегда пишет о самом главном. «Витебчы» – для меня и для тебя. Подпишись сегодня.
У ближайшие сутки по области будет облачно с прояснениями. У особных районах короткочасовые опадки. Дождь, махчим и мокрый снег. Ночью и раницей местами туман. Ветер полночно-усходний 2-7 метров в секунду. Температура по ветру ночью минус 1 плюс 4. Днем от 2 до 7 градусов тепла. У Витебску днем короткочасовые опадки, дождь, мокрый снег. Температура по ветру ночью каля нуля, днем плюс 3-5.